Послушай, друг, я не хочу огорчать тебя, но я только что видел принцессу Лею. По-моему, они с Дарт Вейдером собираются в кино. Скажи, Дьюи. В этой телеверсии все как у Лукаса. Это моя лазерная сабля. Клевая штука, но иногда дает осечки. Сила джедай находится... Эй, ты будешь меня слушать? Звезды телешоу о кино 70-х не могли выбрать более удачного момента для выпуска пародии на предыдущие серии «Звездных войн». Сегодня герои сериала, принцесса Лея, злодей Дарт Вейдер и Оби-Ван Кеноби снова в моде. Какой рыцарь-джедай? Что за дурь? Телевесельчакам удалось отлично скопировать все повадки звездных супергероев. Смотрите фрагмент настоящего фильма и убедитесь сами. Черт возьми, что ты делаешь? Спасая наши задницы. Мы подумали, это будет хорошей идеей. Показать наш вариант «Звездных войн» прямо перед премьерой новой серии. После ее выхода пародировать Лукаса станет гораздо труднее. Слишком много спецэффектов. Изображать железные летающие штуковины будет нелегко. Хотя посмотрим, может быть, что-нибудь придумаем. Дорогой, познакомься, это Дарт Вейдер. Спасибо, мамочка. Сначала вы треноги. Как видите, великие «Звездные войны» могут быть и такими смешными, и нелепыми.